Всем привет! Вы на канале «Взгляд свыше». Меня зовут Алина, и тема сегодняшнего расклада – ваше желание. Что сделать для его исполнения? Как скоро оно исполнится? Посмотрим, почему оно до сих пор еще не исполнилось, желание ваше. И какие действия нужно предпринять для того, чтобы желаемое стало действительным? Вообще здорово, да, когда желания сбываются, когда цель достигается и когда формируется следующее желание и план по достижению этого желания разрабатывается у нас в голове. Вот сегодня мы про это будем разговаривать. Четыре варианта, как обычно, сейчас на каждый из четырех вариантов я выложу по одной карте, и это будет обозначать ваше желание. Вам нужно будет почувствовать свой вариант, выбрать свою карту, или же можете выбрать свой вариант по камешку или по цифре от 1 до 4. Пожалуйста, можете загадывать хоть 4 желания по одному желанию на каждый вариант. И будем смотреть, в чем блоки и как скоро исполнится. И вообще, исполнится ли? Хорошо. Можете зажечь свечу у себя, если у вас есть желание и возможность. Итак, ваше желание. Ваше заветное желание. Вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4. Посмотрите, пожалуйста, на все предложенные варианты и почувствуйте, какой из них ваш. Я буду начинать с варианта под номером 1. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант? Буду сейчас на вас настраиваться. Хочу дополнить ваше желание еще одной картой. Так, ваше желание. Давайте посмотрим причину, по которой оно еще не исполнилось. В чем причина? Что нужно сделать для того, чтобы оно исполнилось? И потом, чуть позже, я буду смотреть дальше ситуацию. Пока давайте мы поймем для сигнификации, ваше это желание или нет. Что здесь за желание? Так, ну здесь какая-то победа, да, какой-то прорыв. Желание быть номером 1. И чтобы у вас была большая аудитория. Однозначно. Здесь однозначно может касаться это еще и мужчины, желание, какая-то борьба с мужчиной, может быть, вы хотите что-то доказать, что-то получить от него, или же встретить мужчину, но знаете, мужчину, с которым вы будете чувствовать себя вот как маленькая девочка, то есть мужчина,
с которым не страшно смотреть в завтрашний день, с которым спокойно, с которым уютно, да, который о вас позаботится и который сделает все для того, чтобы вы себя чувствовали в безопасности. Или же здесь может быть момент соперничества, конкуренции, момент получения какой-то выгоды. Еще мне одну карту, чтобы понять чуть лучше. Еще, может, знаете, хотите бизнес свой открыть. И, может, там собираете документы или еще что-то. То есть тут что-то явно какой-то прорыв. Желание быть номером один. Желание, чтобы за вами следовали, вас слушали, на вас ориентировались. Угу. Тут еще, знаете, может быть, действительно, вот момент конкуренции с другими людьми, и у вас пока почему-то не получается быть на пьедестале. Вот пока из многих людей у вас не получается выделяться. Вот. Или же напрямую здесь просто связано с желанием наконец-таки встретить мужчину своей мечты, в которого вы влюбитесь, которому вы доверите вообще себя и свою душу. Хорошо. Давайте посмотрим, почему до сих пор не исполнилось ваше желание. В чем причина? Ну, в том, что если это касается мужчины, да, которого вы хотите встретить, вы пока не допускаете к себе близко противоположный пол. У вас какая-то очень такая воинственная поза. Вы еще, может быть, знаете, знакомитесь с людьми через интернет, а это совсем не то пространство, в котором вы можете выловить свою заветную золотую рыбку. Понимаете? Если это касается не мужчины. А, еще здесь, знаете, что может быть, ну, характер. Характер такой, но с которым не каждый уживется. То есть вы такая очень сильная, вы или сильный. И чтобы найти человека, который сможет, как бы так сказать правильно, вас обуздать, ну, не так-то просто найти. То есть к вам на хромой козе не подъедешь ни разу. Нет, ни разу. А если это касается какого-то бизнеса, который вы хотите открыть, то здесь такое ощущение, что вам не хватает просто информации. Здесь как-то нужно больше включаться именно в ту сферу, в которой вы крутитесь, и больше узнавать информации, смотреть, что в тренде, ориентироваться на то, что вкусно сейчас для людей. Понимаете? Я сейчас посмотрю, что нужно сделать для того, чтобы это желание исполнилось. Но пока такое ощущение, что очень много желания, импульсивности и очень много каких-то хаотичных действий. А здесь нужно, знаете, такой холодный, расчетливый ум, трезвая оценка происходящему и вот четкое следование какой-то структуре. Угу. Хорошо, давайте посмотрим, что же нужно сделать, чтобы ваше желание исполнилось. Ну, во-первых, однозначно это нужно искать не там, где вы сейчас ищете мужчину. И здесь нужно быть более открытой, да, к общению, не быть в такой, как сказать, враждебной позе. Вот посмотрите, какие абсолютно две разные энергии. Вот здесь человек защищается, а здесь человек открыт к новому, открыт к исследованию, открыт к общению. Вот здесь нужно немножко поменять свою тактику. Вот. И если вы ищете мужчину через интернет, попробуйте, ну, если для вас это вот единственная на данный момент
актуальная возможность, да, поиска отношений, попробуйте поменять геолокацию, да, попробуйте расширить геолокацию, в которой вы можете найти того самого. Или же это как раз-таки говорит о противоположном. Знаете, ищите не в интернете, а ищите там, ну, то есть, на, грубо говоря, на, в той стране и на той земле, где вы живете. И еще очень важное такое напутствие. Во-первых, я однозначно вижу, что ваше желание исполнится, но нужно здесь набраться терпения. Здесь, вот как я и говорю, меньше хаотичных и импульсивных действий, а нужно очень-очень просчетливо, просчитать все. Это я уже не про отношения говорю, а про бизнес, да, если это бизнеса касается какого-то своего дела. И понять, чем именно вы можете зацепить, как именно вам можно выделяться. И еще здесь нужно четко отобрать документы, которые вам нужны. Вот прям действовать по структуре. И, конечно же, набраться терпения. Рыцарь Пентаклей — это всегда про терпение. А двойка жезлов говорит о том, что, знаете, как мыслите шире. Да, расширяйте горизонты. И еще учитесь делать выбор. Вот здесь очень главный такой посыл, особенно в сочетании вот этих двух карт. Здесь нужно правильно выбирать. То есть из двух нужно научиться вам выбрать именно то, что будет качественнее именно для вас. Не брать в расчет там каких-то других людей. В первую очередь думайте про себя, про то, как вы чувствуете, и то именно, что вы хотите для себя. Вот. Хорошо. Давайте посмотрим, как долго ждать, чтобы это желание исполнилось. Пока ждем, понятно. Но вот если вы... Туз кубков мне тут выпал. Слушайте, туз, я бы так сказала, это может быть, если это касается мужчины, в течение месяца вы можете встретить именно того самого, о котором вы мечтаете. А если это касается вот работы, да, или конкуренции с кем-то, или выиграть что-то, что вы хотите. Или, кстати, еще, знаете... Мне вот только что пришла такая информация. Попробуйте взять в расчет то, что за границей. Ну вот, как-то ориентироваться на заграницу. Вот куда именно, я вам не скажу. Но идеи возьмите откуда-то и дополните эти идеи своими... какими-то уникальными действиями, вот, то есть чтобы отличиться и чтобы выделяться. Знаете, за черновик можно брать что-то, что уже устоялось, и этот черновик наполнить своим прекрасным рисунком, своим почерком. Ну, я думаю, кто хочет, тот поймет, о чем я говорю. Единицы в течение месяца. Это может быть еще первый месяц года, то есть январь. Или же через год, или же через неделю. То есть единица, пожалуйста, запомните это. И давайте я вам вытащу просто совет. Совет от карт. Чтобы они вам посоветовали в вашей ситуации по поводу вашего желания или какое-то напутствие, ну вот что-то, какая-то еще информация. Послушайте, во-первых, будьте благодарны за то, что у вас есть в жизни сейчас. Радуйтесь мелочам точно так же, как вы радуетесь чему-то грандиозному. То есть чувство благодарности, оно должно идти изнутри. И
Посмотрите, какие вам замечательные две карты выпали на исполнение желания. Оно исполнится, и вы будете очень-очень рады. Здесь нужно набраться терпения. И главное — верить. Вот здесь еще сила мысли. Вот помните то, что та структура мысли, которая у вас в голове, то напутствие, тот импульс, который вы себе даете именно внутренне, он очень сильно влияет на вашу жизнь. Поэтому девятка кубков говорит о том, что представьте, что у вас уже есть то, о чем вы так сильно хотите. Вы должны почувствовать максимально вот это вот чувство эйфории, вот это чувство кайфа, что вы наконец-таки это получили. Вот представьте это максимально и поверьте в это. А потом отпустите эту мысль. Отпустите и поверьте, Вселенная вам даст именно то, что вы себе представили. Именно те эмоции она вам даст, которые вы испытали во время такого вот умственного, значит, оргазма. Так что первый вариант. Ваше желание однозначно исполнится, даже не сомневайтесь. Просто учтите все те моменты, которые я описала. Все, я буду с вами прощаться. Первый вариант. Спасибо, что были со мной. А мы переходим к варианту под номером 2. Привет, кто выбрал второй вариант. Это ваше желание. И сейчас я на вас настроюсь. Хочу дополнить ваше желание еще одной картой. Также мне интересно, по какой причине ваше желание до сих пор не исполнилось? Что является затычкой? Что является проблемой? Почему желаемое до сих пор не является действительностью? Угу. Мне здесь выпало две карты. Я их потом посмотрю. Так, ну и, конечно же, что нужно сделать для того, чтобы ваше желание исполнилось? Что же нужно сделать? Какие шаги предпринять? Так. Ну и чуть позже посмотрим дальше. Давайте пока поймем, что же у вас за желание, чего именно желаете. Перемен хотите? Перемен, хорошо. Чего эти перемены касаются? Перемен хочу, говорит. Тяжело, хорошо, надо что-то отпускать из своей жизни. И эти перемены могут касаться, ну, конечно же, отношений в первую очередь. И, знаете, такого вот своего статуса, особенно как женщины. А если меня смотрят мужчины, то здесь, знаете, я вижу готовность уже встретить ту, ради которой вы готовы поменять свою жизнь. Вот. Но все же. Еще мне здесь одну карту интересную. Такое ощущение, что очень хочется, знаете как, открыть свое сердце новому, но почему-то есть какой-то страх, который идет из опыта, из прошлого опыта. То есть нахлебались вы чего-то неприятного в вашей жизни, и очень много, знаете, здесь какого-то внутреннего голоса, который говорит, оно тебе надо, а оно получится или нет. Или там, если это касается мужчины, то, может быть, вы очень сильно там закрываетесь от действительно желания ощущать себя счастливой. Здесь просто какая-то у вас закрытая поза.
но вам очень хочется, чтобы ваша жизнь поменялась. Вам, знаете, такое еще ощущение, что хочется снова быть счастливой. Ну вот от слова совсем, от слова полностью, чтобы ощущать себя счастливой, желанной женщиной. Угу, хорошо. По какой причине ваше желание не осуществилось? Тут еще, кстати, развода может касаться. Желание, может быть, развестись вы хотите. Пока почему не осуществилось желание ваше еще? Угу. Ну, во-первых, у кого-то может быть мужчина другой национальности, который ставит вам палки в колеса, или же вы можете искать своего мужчину. Вот, кстати, мне резонирует, точнее, не резонирует, а совпадает этот вариант с первым. А можете мужчину искать не там, где он вас действительно ждет. Мы посмотрим сейчас потом, где именно он вас ждет. Но такое ощущение, что или не там ищете, или же если это касается там профессии, смены статуса, ощущения себя, да, полностью счастливой, такое ощущение, что вы можете быть как будто то ли под опекой излишней отца своего, или же... Если это касается развода, то вы не можете позволить себе закончить отношения по какой-то причине. Ну вот, как бы уже вроде и 21-й аркан, и все уже конец, но почему-то этот конец не наступает, потому что вы все еще желаете этих перемен. Я не знаю, может, я сейчас говорю загадками, конечно, но... И здесь такое ощущение, что эти перемены, они уже, ну вот-вот уже наступят, просто здесь еще какой-то запар, ну вот именно с мужчиной. Что нужно сделать для того, чтобы ваше желание исполнилось? О, интересно. Ну, во-первых, вы должны знать о том, что за вашей спиной стоит целый род, который вам помогает. У вас очень тесная связь со Вселенной, Матушкой, и вы получаете по жизни очень много знаков, которые вы, возможно, не замечаете. Вам нужно включать бдительность. И еще здесь интересно, десятку я сейчас прокомментирую, но последнее, что я хочу сказать насчет королевы этой прекрасной. Возьмите и сделайте ритуал. Вот ритуал на исполнение желания. Очень много есть специалистов, кто это делает. А кто не хочет обращаться к специалистам, у вас есть способности, я это однозначно вижу, сделать это самой. И обращайте внимание на те знаки, которые дает вам Вселенная. И еще, для того, чтобы желаемое осуществилось, и здесь финал, десятка, и здесь 21-й аркан, финал. Вам уже наконец-таки нужно самой взять и обрубить все, если это касается развода. Если хотите встретить мужчину и быть счастливой, так разрешите себе это. Снимите с себя часть обязанностей, разгрузите себя и свою жизнь. Такое ощущение, что у вас, может быть, даже времени нету, потому что вы вся... в работе, в разъездах, у вас куча дел, куча обязанностей, и как будто бы без вас паровоз не едет. Здесь нужно еще разгрузить себя и почувствовать себя не ломовой лошадью, а женщиной. Вот. И давайте посмотрим... Угу. Интересно, знаете, мне вот только что сказали, что ваше желание исполнится тогда, когда вы себе это позволите. Такое ощущение, что вы себе это не позволяете по каким-то причинам. Если вы прислушаетесь к тому, что я вам сказала, как скоро у вас исполнится ваше желание? Как скоро вы себе позволите стать счастливой?
меньше чем через 5 месяцев ваше желание может осуществиться, но при условии еще, что вы отпустите внутренние какие-то обиды из прошлого. Очень сильно вас обидели, и вы такое ощущение, что зациклились на этом. Ну, не можете, возможно, простить кого-то. Возможно, не можете отпустить там ту боль предательства, которая у вас была по какой-то причине. Да. Но на самом деле у вас все получится. Здесь главное не перетрудиться, разгрузиться, потому что вы очень много работаете, у вас очень много обязанностей, у вас очень много сливается куда-то энергии. Вот для того, чтобы желание исполнилось, эту энергию надо не сливать, а накопить. И все получится меньше, чем через 5 месяцев. Вот, запомните это. Или же это будет где-то, знаете, апрель-март. Апрель-март. Чуть-чуть подождать. Второй вариант. У меня для вас все. Я вас благодарю за просмотр, и мы переходим к третьему варианту. Привет, кто выбрал третий вариант. Это ваше желание, и сейчас я на вас настроюсь. Хочу дополнить ваше желание. Знаете, такое ощущение, что вы хотите вырасти, вы хотите в чем-то повышение. А давайте-ка сразу и посмотрим, чего вы там хотите. И потом разберем по полочкам, почему у вас до сих пор этого нету и что нужно сделать для того, чтобы это получить. Итак, в чем ваше желание заключается? Так, хорошо. Ну, смотрите, здесь такой вариант может быть, что свекровь там или теща вмешивается в вашу семейную личную жизнь, вы хотите от этого избавиться. Или вы здесь мечтаете действительно узаконить свои отношения. То есть по какой-то причине, возможно, они до сих пор еще, значит, перед государством не узаконены. Такое тоже может быть. Хотите стабильности, хотите защищенности и хотите чувствовать себя безопасно в завтрашнем дне. Это связано, может быть, вот с документацией и, скорее всего, с вашим мужчиной. Тут, возможно, до сих пор почему-то заветное предложение не было сделано. Хорошо. Но вообще четверка, да, жезлов, хочется праздника, хочется, еще, возможно, мамой вам хочется стать. Так, почему до сих пор не получилось осуществить то самое заветное желание? В чем причина? Ну, смотрите. Если это действительно касается третьего лишнего в качестве тёщи или мамы, то она очень просто сильно влезет в вашу жизнь, и вы как бы это с одной стороны позволяете, а с другой стороны вы пытаетесь себя как-то защитить от нее, но недостаточно. Если это вообще не касается тёщи, да, или, ну, в общем, какой-то третий лишний. Вы, кстати, тут еще может быть соперница, от которой вы хотите избавиться, да, треугольник. Если это вообще этого не касается, то, девочки, по какой причине вы до сих пор еще, допустим, замуж не вышли? Вы, может, слишком выглядеть самодостаточной в глазах вашего любимого. Такой, прям вот, женщиной, у которой все есть, как бы для счастья, не обязательно это заветное колечко. Можно же и так, как есть сейчас. Ну, как бы, зачем все усложнять? Вот, и вы, может быть, вы ему просто не говорили о том, что вы хотите быть мамой или женой. Тут еще такое может быть. И тут я вижу, есть у вас какая-то защита.
Вот вы защищаетесь. Это может быть маска, да, что я вся такая замечательная, и меня и так все устраивает. Зачем мне твое предложение? Хотя в глубине души вы этого очень сильно хотите. И отношения, в принципе, строятся на такой, знаете, легкости. Мне еще, знаете, что интересно посмотреть? Я хочу обратиться к чакру спецаны и посмотреть, какая тень мешает вам в достижении желаемого. Какая тень преобладает? Видите, как у меня сыпятся карты? Тут прям явно сейчас что-то вылезет такое. И еще, знаете, очень много суеты. Вот очень много суетливости. Очень много скорости. Такое ощущение, что нужно немножко вам это заземлиться. Какая тень? А вы знаете, тут может быть порицание. Вот как будто бы вы порицаете внутри себя фразу, что если отношения не узаконены, значит, ну вот, мы не такие, как все, то есть мы какие-то не такие. То есть тут идет внутреннее какое-то осуждение, порицание. А еще можете смотреть на других и как бы глубоко в душе хотеть так же, как у них, но порицать какой-то их образ жизни. Тут, в общем, нужно меньше смотреть на окружение. И, кстати, меньше слушать окружение, потому что еще, может быть, извне к вам идет очень много ненужной вам информации в качестве там советов, поучений, там нравоучений и так далее. Хорошо, давайте посмотрим, что же нужно сделать все же для того, чтобы ваше желание исполнилось. Что нужно сделать? Какие шаги предпринять? И если вы предпримете эти шаги, то как скоро ваше желание исполнится? Сколько там ждать-то еще? И исполнится ли оно вообще? Так, что сделать нужно? Ну, здесь явно меньше слушать других и умение опираться именно, знаете, на свое внутреннее «я» и умение правильно делать выбор. И здесь нужно выбирать, что вам важнее в жизни. Знаете, не сидеть еще на двух стульях. Здесь еще вот как, какой-то такой посыл. Прислушивайтесь к себе. Прислушивайтесь, потому что внутри себя вы знаете, что именно вам нужно сделать. Такое ощущение, что вы как бы не решаетесь это сделать, а вам нужно решиться. И здесь нужно вам еще узнать, тут какая-то информация, которая почему-то от вас еще скрыта, но эту информацию вам нужно узнать. Каким образом вам ее узнать? Еще, знаете, вот такое ощущение, что если это желание выйти замуж, вы в себе это держите и не проговариваете. Так вот это в себе не нужно держать. А информация, откуда ее можно взять? Женщина? Какая-то женщина вам даст информацию, которая к вам идет. Женщина больше 35 лет. Возможно, мама. Обратитесь за советом к маме. Вот тут прям даже второй расклад не надо делать. Здесь, если у вас хорошие отношения с мамой, обратитесь к ней за советом, как именно она бы поступила или что именно она бы сделала, да, вот как-то вот попросить у нее именно совета, как от мамы к дочке, если у вас есть такая возможность. Может быть, это подруга, может быть, это какая-то женщина, там, не знаю, коллега по работе, начальник, или, ну, вот кто-то есть в вашем окружении, вы, возможно, понимаете, про кого я говорю, кто может вам дать очень дельный совет, и который, знаете, такое ощущение, что этот человек поможет вам какой-то выбор принять, что-то понять для себя и скажет вам ту информацию, которая от вас скрыта. Вот что это значит, я пока не понимаю. Хорошо.
И давайте посмотрим, как скоро тогда это произойдет, ваше желание вообще осуществится. Конечно, высшие силы вам дадут абсолютно все, что вы хотите. Это кармическая карта, старший аркан Иерофант. Где-то 5-6 месяцев, я бы так сказала, или пятое число месяца, или пятый месяц года, или через 5 недель, или в 5 часов вечера, или на пятый день недели. Цифра 5, запомните, пожалуйста. Все получится. И я вижу, что все же небеса вас благословлят. Если это касается именно замужества или женитьбы. Посмотрите, одна из самых лучших карт выпала на исполнение желания. Это обязательно произойдет. Обязательно. И причем может быть даже венчание здесь. Поэтому я надеюсь, вы в этом раскладе услышали мой посыл. Ну, точнее, не мой, а то, что я увидела, тот посыл, который я получила от карт, я постаралась вам максимально передать. Я вам желаю исполнения вашего желания как можно скорее. Третий вариант, я с вами прощаюсь. А мы переходим к раскладу под номером 4. Здравствуйте, кто выбрал четвертый вариант. Давайте мы, наверное, сразу посмотрим, чего вы хотите, чтобы вы поняли, ваше желание или нет. Слушайте, а вы сами вообще знаете, чего вы хотите? Потому что такое ощущение, что здесь то ли вам выбор какой-то очень сложно сделать, то ли вам хочется от зависимости какой-то избавиться, то ли перестать жить в иллюзиях, да, как-то отрезвиться. Сейчас посмотрю. Что здесь еще может быть, чего именно это касается? Сейчас хочу эту семерку кубков немножко раскрыть. Но здесь, знаете, есть много вещей каких-то в вашей жизни, и вам сложно сделать правильный выбор. Да, еще вы почему-то подустали, как-то вот закрываетесь. Сейчас. Не понимаю пока, какая эта информация ко мне идет. Сейчас я немножко раскрою. Семерка кубков. А дайте, знаете что? Мне пока почему-то хочется взять. Хочу луну взять. Девиантную, мою прекрасную. Про что семерка кубков? Здесь вообще, может, про зависимость еще какую-то идет речь. Про что семерка кубков, скажи мне? Информация, знание, слежка за кем-то, боже мой, не понимаю. Девочки, мальчики, что у вас за желание такое интересное? Как будто, знаете, вот вы хотите заполучить свое из множества, но вы, то ли вам выбор, я не знаю, в мужчинах сложно делать. Короче, ждете моря погоды, да? Следите, может быть, за кем-то, кто исчез из вашей жизни, и вы хотите, возможно, чтобы он вернулся, или вы пытаетесь помочь человеку, который нуждается в вашей помощи, как будто, знаете, без вас там не может ничего сделать. Так интересно. Это может еще касаться, знаете, какого-то продвижения по работе. То есть, как будто, знаете, у вас очень много конкуренции, может быть, и вы не знаете, как выделиться, или вы не знаете, как, ну, вот, чтобы прорыв случился, или не можете пробить свой денежный потолок. Вот, знаете, хочется быть, значимее, хочется, чтобы обращали внимание на то, что вы делаете. Или же просто тупо хотите кого-то спасти от чего-то.
знаете, идете на пролом, когда это надо, но все равно, как бы, авось оно не там. Интересно. Давайте еще одну карту я вытяну, вот, чтобы понять это замудренное ваше желание. Вообще, напишите, чего вы хотите, четвертый вариант. Мне будет очень интересно почитать. Что здесь? Ну вот выбор. Вы как будто... вам хочется, чтобы решилась какая-то ситуация, вам абсолютно в ней... некомфортно, вы хотите больше понимать, вы хотите правильный выбор делать. Вот чего выбор этот может касаться? Что-то с соцсетями еще здесь. Что там? Говорят мне, подожди, не спеши. Короче, хотите пробить однозначно. Что-то хотите пробить. Это может быть денежный потолок, это может быть, ну, там, конкуренция, а может, вы просто хотите, чтобы закончились ваши какие-то внутренние сомнения, неуверенность. Вот четвертый вариант. Прям умоляю, напишите мне в комментариях, чего вы хотите. Давайте посмотрим, почему вы до сих пор не получили то, чего вы хотите. Здесь явно двое человек замешаны, то есть тут не только вы. Хотите себя еще, может, освободить от чего-то. Так, что является причиной, почему до сих пор не исполнилось желание? Ну, такое ощущение, что какой-то кризисный просто момент сейчас в вашей жизни. Нету сил, нету, возможно, веры, да, которая утеряна, нету ресурсов, нету... Ну, тупо нет денег или достаточной суммы денег для того, чтобы исполнить это желание. И очень много конфликтов. Вот как будто бы еще внутренний здесь кризис, конфликтная ситуация. Хочется идти на пролом, а иногда не получается. Очень много еще конкурентов вижу. И очень много ссор, какой-то накаленная ситуация. Очень накаленная. И, может, еще, знаете, реально хочется помочь человеку, который ну, в кризисе находится, у которого плохо. Что там плохо? В семье может какой-то помочь. В общем, что нужно сделать для того, чтобы оно исполнилось? Уже так сложно сейчас мне вас читать. Не знаю, почему-то закрывается. Ну вот, блок. Что вам нужно сделать для того, чтобы исполнилось ваше желание? Скажите, пожалуйста. Обратиться, во-первых, к кому-то за помощью. А есть кто-то в вашем окружении из прошлого? Или же это могут быть ваши родственники, ваш дом, где вы родились. Может быть, родители вам могут помочь. И здесь нужно, знаете, умение просить. Вот есть люди, которые чисто из принципа не просят, а вам нужно научиться просить. Что здесь еще может помочь? Однозначно, обратиться за помощью к человеку из прошлого, к другу из прошлого, из детства. Кто-то есть в вашем окружении, с которым вы идете по жизни. Этот человек может вам помочь. Что это за человек? Это человек, у которого... Ой, я не могу эту фразу сказать. Сейчас я ее попробую перефразировать. Короче, с остальными двумя.
Хорошо? Вот такой крепкий орешек. Возможно, человек из прошлого, в котором, ну там, или из детства, или из прошлого, в котором вы с которым вы находитесь в конфликтной ситуации, но вы знаете, что он вам может помочь. Так вот, уберите свою гордыню и умейте обратиться. И еще скажите мне, пожалуйста, высшие силы, как скоро исполнится это желание и исполнится ли оно вообще? Если учесть вот все те моменты, которые я перечислила. Однозначно исполнится. Однозначно. Человек этот еще, да, может быть мужского пола, к которому вам нужно обратиться. О, посмотрите. Тут еще может, знаете, быть что? Ну, 15-й аркан, он, конечно, не всегда плохой. Не всегда. Тут еще, может, нужно какой-то обряд сделать, почиститься. Понимаете? Много говорить не могу по этому поводу, ну, потому что на большую аудиторию я про ритуалы никакие не рассказываю, но можно обратиться здесь для решения этой проблемы к ритуалу. И если вы обратитесь, если вы сделаете нужные какие-то манипуляции в эту сторону, то примерно, сейчас я посчитаю в уме, ну, знаете, все же это будет жарко, это будет где-то июнь, вот почему-то мне июнь идет в голову. Где-то в июне месяце может исполниться то, что вы хотите. Да, но нужно будет чем-то заплатить. Да, здесь нужно будет чем-то откупиться. Ну, а там вам уже скажет человек, к которому вы можете обратиться, чем конкретно нужно будет откупиться. Но вам могут помочь вот прям нижние этажи. Да, вполне возможно. Они, кстати, часто помогают, но они забирают тоже. Нормально так, с человеком. Четвертый вариант. Перестаньте переживать, перестаньте отчаиваться и верьте в то, что у вас все получится. Я, правда, не очень понимаю ваше желание, вот почему-то, ну вот не идет информация, хоть убей. Ну, я имею в виду, она идет такими обрывками, кусками, но я ее не могу соединить в предложение. Напишите мне, пожалуйста, чего вы там хотите. Я буду вам очень благодарна. Я вам желаю, чтобы ваша мечта, чтобы ваши желания как можно быстрее осуществились. Все, я вас благодарю, что были со мной. До новых встреч. Пока.